Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 22 года, несколько лет своей жизни я потратил впустую в социальные сети, интернет, бессмысленные видео и так далее. Книги в руки не брала, ничего не изучала, так и получилось деградация умственного лени, не лень думать, читать и что-то изучать. Мне хочется все исправить, работать над собой, заняться саморазвитием, самообразованием, научиться вновь думать. Скажите, пожалуйста, не поздно ли в моем возрасте что-то менять или ставить на себе крест? Ну, начнем с того, что вопрос, который вы задаете, очень сильно похож на то, чтобы мы вам сказали, да, все, ставь на себе крест, ничего у тебя не выйдет, уже поздно и так далее. А вот, это первый момент. То есть, ну, как бы вам не нужно разрешение, если хотите, берете, делаете и все. Вот, другой вопрос, что вы себе ставите какую-то планку сразу. Дальше. То, что вы несколько лет потратили свою жизнь впустую, это было не просто так. Что-то произошло в вашей жизни, нужно с этим разобраться, иначе ситуация может повториться. Следующий момент. Самообразование. Почему самообразование, а не образование, если вы хотите образовываться? Следующий момент. А для чего? Чего вы хотите? Наобразовываться без цели, это, ну, такая история. Вам нужно это делать, вы, когда что-то учите, когда вы чему-то учитесь, вы учитесь для того, чтобы это использовать. Подумайте, для чего вы будете использовать то, чему научитесь. И, исходя из этого, будете смотреть, чему вы хотите научиться. Следующая лень приходит не просто так. Лень — это защита, психологическая защита от чего-то. Поэтому тут тоже нужно смотреть. А если у вас нет депрессии, что, кстати, рекомендую вам проверить, обратившись к врачу, клиническому психологу, либо психиатру, то лень является психологической защитой от какого-то внутреннего конфликта, возможно, завышенных требований к себе. Есть и другие причины. Сейчас об этом говорить, наверное, нет смысла, потому что это будет гадание. Но тем не менее. Поэтому прежде чем начинать что-то делать, возьмите несколько консультаций у психолога, поговорите, начните разбираться в себе, вот, может быть, вам понравится с этого и начнете процесс своих изменений. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.